Добрый день всем. Сегодня 8-й день моего участия в этом вот ремонте. Это сегодня откосы наружные. Шлифовал и грунтовал. Готовил под покраску. Но тут возникла другая беда. Смотрите. Смыл я унитаз раз. И он почему-то все время течет. Он набирается, а потом видно, не отрабатывает отсечка набора воды, и он начинает воду сливать лишнюю, которая продолжает натекать в бачок, сливать уже в унитаз. То есть она все время течет. Вот сейчас он ее наберет. Ну и вот, пошел перелив. То есть, видимо, он никогда не выключится. Будет вот так вот вода течь. Вчера еще такого не было с ним. Это новый унитаз, новая квартира с новым ремонтом. Хозяин, наверное, будет не сильно рад. Я так смотрю, у него тут все заложено плиткой. Чтобы эту всю конструкцию разобрать, это надо, наверное, эту плитку будет как-то ломать. Кто знает, как такое чинить, напишите, пожалуйста, в комментариях.